В преддверии Дня семьи, любви и верности состоялся праздничный концерт «Семьи разные важны». Мероприятие прошло в среду, 5 июля, в сквере имени Скобелева. Организатором концерта выступил детско-юношеский центр народных промыслов «Рязанский оберег». В рамках праздника семьи, которые находятся в браке более 50 лет, и многодетные семьи получили памятные дипломы и подарки. О влиянии семьи на развитие общества рассказала главврач 11-й больницы Евгения Ясакова. Прекрасно, когда семья есть у каждого человека. А когда наши дети растут в семьях, когда они ощущают заботу, любовь своих родителей, когда у них есть братья и сестры, когда у них есть многочисленные родственники. Это замечательно формирует человека социально очень хорошо устойчивого в нашем обществе. Это позволяет сформироваться личности доброжелательной, общительной, настроенной на созидание и добро.